Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 263. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 31 августа 2016 года. Далее просто, кто не смотрел эти материалы, притормозите, рассмотрите и дальше идите. Просьба всем распространить этот материал. Перепост называют. Мы выполняем это, потому что это необходимо. И вот посмотрите, ролик называется «Самокритичный православный священник». Говорит о том, что я все время говорю, о мощах, об энергетике, вот это что есть. Веры-то никакой в людях нету. Если бы Христос зашел в православные храмы во многие, то, ну, или апостол Павел, скажем, то спросил бы, а какой веры эти люди? Поэтому все евангельское противно. Поэтому нападки все вот эти, все из того же самого рыбного кошеля. Притащили медузы, тину. Рыбы-то нету. И вот один задает мне вопрос. Вот прочитайте обязательно, посмотрите, вот как оно выглядит. Ну, некоторые человек, я не стал ему ставить фамилию, имя, потому что, ну, скажет, лично вам написал. И, ну, то есть люди боятся. Добрый день, Игнатий Тихонович. Не увидел ответа на свой вопрос, который задавал ранее на форуме. Продублирую. Вот я не думал, что здесь. Так я убрал оттуда, там, оттуда. Ну, ладно. Вот просто прочитайте. Мне неприятно это считать. Фамилии тут нету. Произошло мое падение. Выпал. Спрашивает, я прекрасно понимаю, Игнатий Тихонович, что вы не священник, и благословений я не жду от вас. Но все-таки как лучше поступить и выбрать меньшее из двух зол, если вообще этот выбор у меня? Выбора нету, выбор уже сделан. Я пишу, кто вывалился по пьянке или по дурости с сотого этажа и пролетая мимо? Пятидесятого вопрошает, что же мне делать? В вашем положении таковых миллионы, если не более. Выбор уже сделан. Видите как? Когда венчались, измена супружеской верности, 7 лет отлучения от причастия. Это все на исповеди к священнику несите. И в слезах, в сокрушении и многой милостыни держите строго епитимию. А о той женщине забудьте, а помните только в молитве. И таких, Б, на вашей тропе будет еще немало. А ты, как кобель бесхвостый, будешь принюхиваться к каждому подолу. От этого греха не просто выдранься. Ну и далее я привожу места из Священного Писания. Ну, конечно, некоторые есть умники, которые отвергают. Это не канонические книги. И дальше считайте. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь.
блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит душе своей, кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня. Чего мне бояться? Всевышний не воспомянен грехов моих. Страх его только глаза человеческие. И не знает он того, что очи Господа в 10 000 крат светлее солнца. Ну и далее считайте сами. Я место Писания указал. Это касается и женщины. Вот, досчитайте. Ну и спрашивают события. Сначала посмотрим на наши ресурсы. Вот мой мир. Тут удобно писать, вот это я отвечаю письмо именно отсюда здесь. На форуме пишите сами, а лучше всего вот здесь. Потом я в событиях дня оповещу. Пожалуйста, есть другой у меня здесь выход еще. Я с голубем стою, это дублирующий. Модераторы делают, сохраняют на всякий случай. Так не там, а вот здесь. И далее. Наш форум. Вот он как выглядит. Оформление какое. Кого-то интересует. Я расскажу сегодня, кого это интересует. Какой вид, как оформлено. Считаю наш форум лучше всех, какие я знаю. Как легко искать, какие темы, подтемы. Ну, очень хорошие. Ну и православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». На «Во свете Библии» я уже показывал, как гимн составили. Я его сегодня дам даже еще раз послушать. У нас все «Во свете Библии» называется. Больше нигде «Во свете Библии» нет. Ни форумов, ничего нигде. Почти сейчас выставил, ну что, 5 просмотров, 6. Вот так. Это все сегодня про Никиту. Никита. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 роликов о Никите Колесникове. Как он в доме. Сейчас мы отмостку делаем. Еще будут ролики показаны. И во свете Библии. Ну, во свете Библии. Это наш сайт. Видите, как он оформлен, как легко искать. Это богатейший сайт. Думаю, что в частном порядке более тяжеловесного сайта нету. Просто нету. У меня насчитано здесь моим голосом примерно 50 книг. Полностью Златоуст. То есть я на многое могу сказать, это уникальное и единственное. Все жития, добротолюбие. Этого нету нигде. Нету во всей мировой сети, повторяю. Я более их потрудился, Павел говорит. Ну, еще события дня. Мы работали вчера весь день на Никитином доме опять. И сегодня будем. Я занимался там, перебирал, пилил сущность черемухи, один там лазил. Ну, и подготовка была уже сделана. Сделал опалубку, а братья семент привезли. Я с ними ходил, у Иосифа Устинова. Заняли еще 5 мешков по 50 килограмм, 400 марка, кажется, и один к трем, 3 части песка и 1 цемента. Ну, много вчера сделали. Когда работали, в это время подъехала машина милиции. А потом спрашивали в деревне, ни у батюшки не остановились, никто не знает. Но кто-то указал, где мы. И прямо развернулись в переулок и... Я гляжу, милиция. А я с выдергой стоял, как раз гвозди выйти, выдирал, доски отрывал. Ну, вышел, поговорили. Приехал начальник уголовного розыска Мамонтова. Главная цель приезда, не знаю я его, но приехал спросить.
знаю ли я такой-то статье, называет ее, что если я буду идти против государственного строя, там, президента, то это уголовная ответственность. А с чего ради я пойду? Нам при Путине только, как говорится, вздохнуть-то сейчас дали. Вот это маленько хоть что-то где-то достать можно и проще. Я не говорю, что тут наступило царство. Но мы довольны. При Путине мы проехали большую миссионерскую поездку, сделали. Нам нигде не запрещали снимать. Нигде. В полиции везде были. Нигде. А это путь немалый. 3 раза вокруг земного шара объехали. От порта Находка, Владивосток, до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, север. Ну, понятно, что это Агротурция. 6 мусульманских республик. Нигде нам никто ни разу не препятствовал снимать. И снимали везде. И в библиотеках, и ну, везде. И в Чечне. Где только мы были, везде снимали. А это спрашивает каждый раз, а зачем снимаете? Ну, моя жизнь, моя территория, я и снимаю. Вовнутрь вашего кабинета зайду, если там уже снимать законом запрещено. Но я ее не снимаю. А тут тоже мы сняли, будет. И о Путине я образно выразился такое, то есть узнают нашу любовь к президенту. Ну, как любовь? Мне дано, я говорю, от Бога повеление молиться. И я молюсь. Но не... дальше я уже вопрос задаю, неужели так худо положение нашего президента, что надо, чтобы разъезжал уголовный розыск и вызнавал, кто его любит, не любит. Ну, закон, кто восстанет. Да кто же ответит-то? Это мы простодушные такие, говорится, простодырые, на все отвечаем. Потому мы все выставляем. Я высказал мое отношение. У Путина, говорю, мои книги в библиотеке видели. Мы каждый день за него молимся, чтобы не было покушения. Но я также молюсь и за Обаму. Вот а Трамп придет, будем молиться за Эрдогана, за Омана Тулеева, за Рамзана Кадырова, Лукашенко, Александра. Мы за всех молимся, дабы Бог дал мир Израилю, России, Украине и Сирии. Вот. Я вот показываю во свете Библии. Вот целый день мы работаем. Ну и наша жизнь такая. Дальше. Я хотел сказать, вот во свете Библии у нас все. И как некоторые еще не слышали, может быть, во свете Библии. Посмотрите. Еще проиграю. Твердость руки и сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Но путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Ты смело шагай